Так, играю на джине. Это не ранговая игра обычная. Что-то раньше мне как-то джин не нравился, да? А сейчас что-то в последнее время прям нормально я его вот приобрел как раз. Есть у меня катка, где у меня там 34, что ли, убийства на джине, я уже не помню, можете посмотреть. Там найти на канале. Ну, сейчас сниму, не знаю, сколько убийств будет. Ну вот, в прошлой катке где-то вот там 30 было, 34, да? Ну, она не... Это буквально, не буквально прошлое, это давно-то катка была, но тем не менее. Посмотрим, как тут. Вообще на джине я хорошо играю, да? Во всяком случае. Видите, саппорты и у нас, и у врага это Сона. Вот. Ну так, по-моему, не самый лучший саппорт, но нормально. А Варус АД керри против меня будет стоять. Но самое главное, это нам тут, конечно, сила атаки, скорость перезарядки. Вот два параметра самых главных. Сила атаки и скорость перезарядки, КД. У нас, короче, не уменьшается скорострельность, да, то есть скорострельность, вот чем отличается джин, чем выделяется, тем, что у него скорострельность одна и та же всегда. Статическая, так сказать. Потому пока... Блять, накоцывает меня. В принципе, я могу фармить, да, а критами добивать... Ой, а критами коцать врага. Могу так, конечно, делать. Да, на самом деле отдельно я бульту выделил, вот мне нравится что-то. Я уже не помню, что в прошлом ролике говорил про Джина, но вот особенно мне ульта нравится, прикольная такая. Большой радиус, да и у Вешки большой радиус, в принципе. Черт, нихуя я мог, короче, не могу ластхитить. Ну, ща попробую. Вот. Четвертый выстрел уже на втором уровне хорошо дамажит. На нахуй. Вешка станет врага, если кто-то в течение 4 секунд до этого дамажил. Либо я, либо мой союзник, если врага дамажил, то Вешкой застаню. Стоит обращать на это внимание. Лесник Рамус у врага, у нас Фиора. Ну, Рамус так себе лесник, мне кажется, на самом деле. Ну, он танк такой нормальный. На, видите, застанил опять. Ну, ульты у меня пока нет, потому... А ну-ка, убью, 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 умрет, умрет. Вот ты тварь, мразь. Варус, ты такая тварь, а? На, вы видели, да? Вот это просто охуенно сработано. Правда, раскастоваться мне пришлось, но я же его убил, правильно? Хорошо, хорошо. Как обычно, тут срач начался. Не могли решить, кто на мид пойдет. Ну, не я, я-то на мид не собирался идти, там, союзники мои. Не могли никак решить. Но это как обычно. А ну-ка, давай. На изи, блядь, просто, видите, да? А, теперь на четвертом уровне я качнул мину. ГГ напишу. Видите, варды и мины в кусты ставим. Потому что мины они не сразу дамажат, но замедляют зато. То есть и мины, кстати, вижен дают. То есть нормально. Понатыкаем, понатыкаем мин. Они, в принципе, дешево стоят. Ладно, полечу я тоже. А, постой. Хотел лететь на базу. Давайте я пока закуплюсь. Меня гангать вроде пока враг не планирует. Оп, опасно, опасно, опасно. Видите, мне что нравится, у Вешки радиус большой. Ульты у Вешки. Сейчас 3, 2, 1. Еще мину вот сюда ставлю и все. Да, мины дают вижены. Немного, но дают. То есть, если вот сюда мину поставить, видите, вот сюда, вот эти маленькие кусты, то, в принципе, мина, я думаю, даст полностью их видеть. Ой, позволит, я имею в виду, не как-то, да, позволит. Имею в виду, даст вижен полностью этих кустов. Хилки пока, нам нужны хилки.
силу атаки пока. Силу атаки и сокращение перезарядки. First item'ом я соберу вот это вот, похититель сущности. Также ботинки не стремительности, а ботинки перезарядки я буду покупать. Ионийские сапоги просветления. Я вообще не пойму, зачем мне нужны, да, вот эти вот ботинки стремительности. А ну-ка, добью. Отлично. Уже мне криты охрененные, да, уже дамажат до хрена. Смотрите. 251 уже крит на 5-м уровне. Так, сейчас скоро ульта будет. А ну-ка. Ах ты, тварь, промазал вышкой, сука. Ну, бывает, бывает. Видели, Рамус через кусты пробежал. Ох, вард поставил Рамус. Вот тут где-то Рамус ходит, надо его вытравить. Не, все, убежал, видимо, Рамус. Надеюсь, он в кустах где-то не ожидает там. У Рамуса опасно вот этот перекат. Перекат из стана. Видите, нормально уже такой стан проходит. На нахуй. На нахуй. Окей, ГГ, очень хорошо сейчас сработано. Очень хорошо. Ох, у меня ульты нет. Был бы ульт, можно было бы сейчас Варуса завалить тоже. У меня ульт, заметьте, все, у меня есть ульт. Заметьте, у него большой радиус, и он наносит тем больше хп, да, тем больше урона, чем меньше хп у врага. И плюс четвертый выстрел ульты, он критический. Смотрите, я сейчас могу, если ультану, то убить его, смотрите. Жалко, у меня вижена нет, боюсь ульту проебать, смотрите. Эх, черт, я бы... На нахуй. Отлично. Хорошо сработано. Ладно, нормально. Один фраг у меня, другой Сона взяла. Ну нормально, ничего. Нормально. Блин, я почти впритык ультанул. Увидели, да? Только Сона вражеская додумалась Варуса закрыть. Вот это хреново. Угу. Эх, черт. Вешку пока качаю. Надо мину качать. Мина очень сильно дамажит. Вот тоже очень важно мину качать. Да. 6-3 пока счет в нашу пользу. Притом из 6 убийств 4 мои. Заметьте. Да, мана у меня... Маны у меня нету, плохо. Кривой ульт от Аниви. Бля, да как я машу вешкой, я понять не могу. Давай, да, о, отлично, отлично. Ой-ой-ой-ой. Аниви, она, кстати, нормально дамажит. Аниви, она опасная может быть, на самом деле. Опа, на крит, крит, крит. Видите, когда у меня крит, у меня анимация появляется. Типа пушка крутиться начинает. Тоже вот это. Оп, вон Анивия бегает у меня по лесу. Не знаю, что она хочет. Эх, у меня вешки нету, замедла. На нахуй. Опа, на мину бросаем. Кидаем. Стой, блядь. Да стой ты, тварь. Чё ты бегаешь, заебал? Слышь, он меня заебал. На, сука, реально надеялся от меня убежать. Красиво, да, сейчас? Я просто флеш не хотел тратить, на самом деле. Плохо. Ой-ой-ой. Плохо, что мне пришлось флеш заюзать.
На нах. Ой. Сори, я у этой, у Фиоры сейчас фраг спиздил. Ну ладно, ладно. Нормально. Бывает. Покупаем похитителя сущности. Ботинок покупаем. И что еще? Так, ионийские сапоги просветления, но это потом. Ну все, ладно, пока. Еще одну хилку, третью куплю, все. Дальше надо ионийские сапоги просветления купить. И потом грань бесконечности. Вот так. То есть дальше крит будем качать. Вообще максимальная сила атаки у меня где-то до 700 доходила, до 750. Потому что у меня от пассивки, видите, очень сила атаки еще увеличивается. Ну где-то так, да. Где-то до 730 настакивал. Готов, Рамус. Да иди ко мне. Скрита. Ох, ебать. Ебать, ебать. Ох, ебать. Ебать, квадрокил, нахуй. 13-я минута, да? Нормально, чё? Квадрокил такой, да? Тоже бывает, бывает. Спасибо еще Соне моей, что она не добивала, да? Не ластхитила ничего их. У Соны, кстати, 1.09. У нашей. Спасибо, да, она даже не ластхитила, мне не помешала. Вражеский Адекири никакой вообще, у него 1.4 счет у Варуса. Давно я хороших Адекири не видел, стоит сказать, во вражеской тиме. Ну давай, давай, с ульты убью. На нахуй. Готово. Что-то вообще игра. 13. Ой, сука, 13-0. Что-то вообще, блядь. Идет. Вообще что-то идет, блядь. Вообще что-то изи сегодня. Что-то. Вот первая катка за сегодня. Реально говорю, первая катка. Играю сегодня. Что-то вообще идет. Да, ну как я сказал, у меня ульта, тем больше урона наносит, чем меньше хп у врага. Ну и плюс четвертый. Ох, ебать, у меня уже четвертый выстрел. Да, крит уже четверть хп где-то Варусу вышибает, да? Где-то так, я не заметил. Нормально, нормально. Ох, охренеть, я Варусу дамажу. Ну а хули, у них Варус никакой. Давай, давай. Эх. А кстати, я могу даблкил в соло сделать. Смотрите. На пол хп примерно, даже больше, а больше. Сону убить и этого чувака. Варуса. Кстати, да, я в принципе мог бы их сейчас убить. Но уже не смогу. Ну, в принципе, не-не-не, опасно, не смогу сейчас. Не смогу их убить. А почему бы и нет? Давайте. Есть минус Сона. Вот черт, Варус пробежал и мимо моей мины. Бывает иногда такая хрень, когда враг совсем в миллиметре от моей мины пробегает, но она не срабатывает. Бывает такое. Да ладно, Владимир у них даблкил сделал, ничего себе.
Вот, сука, Варус отфлешнулся. Вот, блин, ну ладно. Нормально, все равно нормально. Да ладно, вот сука. Вы видели, я флешнулся специально на Варуса. Как я его не убил, я понять не могу. Я чисто специально ради Варуса флешнулся. Ну пиздец теперь. Ну ладно, ладно, ладно. Что-то все, надо бэкаться. Ууу, все, все, все. Я бэк. Что-то уже я начал выебываться слишком сильно. А, черт. Замедли, замедли их. Ой, как я вышкой прям. У-ху-ху-ху. Охренеть, вот они лакеры. Им повезло, что я вышкой промазал и ульта у меня не было. Так бы я их сейчас перебил на самом деле. А ну-ка. Минус Сона. Изи, блядь, вообще. Отлично. Кстати, заметьте, у меня крит и по вышкам проходит, если чё. То есть вот этот четвертый выстрел, да, он вышки крышует тоже. Ой, крышует. Не крышует, а наоборот. Охренеть, у меня 4000 накоплено просто. То есть мне теперь надо грань бесконечности. Смотрите, сразу грань бесконечности. И дальше, смотрите. По сути, у врага танков так-то нету. Теперь мне надо покупать кровопийцу, потом скорострельную пушку. Видите, у меня 302 сила атаки, но этого мало. Надо, я же говорю, у меня где-то до 700-750 где-то у меня доходила вот максимальная сила атаки. 15-0 счет, что-то я в ахуе, если честно, 15-0. Жалко, это не ранговая игра. Хотя, если бы ранговая была, там, наверное, таких раков бы не было. Хотя это еще бабка надвое сказала, в ранге еще и похуже, чем тут играют. Так-то. Ах ты с... Готов, нахуй. Блин, блин, ну почему никто дракона из нас не убьет, я понять не могу. По-моему, у нас на 19-й минуте, на 20-й ни одного дракона нет. Это плохо. Да, чё они дракона не убьют? Неплохо бы было, кстати. Я, видимо, теперь каждого врага в соло могу убить. Кстати, 28-7 счета в нашу пользу. То есть мы просто по всем фронтам ведем сейчас. Ох, как изи, блядь. Ой, ой, что-то вообще сейчас... У-ху-ху-ху. Что-то вообще сейчас такое, да? Ну, легко было. Вообще даже не заметил. 18-0 у меня счет, просто 18-0, сука, это мой рекорд, нахуй. 18-0, просто они преклоняться должны передо мной, нахуй.
Кьюшка мне не нравится. От Кьюшки очень мало урона. Вот не люблю этот скилл мой. Сону сейчас я убил. Я легенда уже. Ну, само собой, я уже давно легенда. Энни танкует медведем. Правильно, я тоже так делаю, когда за Энни играю. Я даже, можете посмотреть ролик мой за Энни. Я так и делал. Вэшкой сразу по всем. Сразу по всему стаку врагов. Кому крит выписать? Вы видели, я четверть хп... Ох, ебать, я с вэшки сейчас добил красиво. Ух ты, а вот сейчас опасно. Все, пацаны, я... Ну, 20 к 1, но я доигрался, пацаны. Просто я довыебывался. 20 к 1, просто 20 к 1, нахуй. Это еще не предел, пацаны. Сейчас у меня сила атаки 392, сейчас еще больше будет. Это не предел. 20 к 1. Да, что-то такое. Да. Да. Все равно нормально. 20 к 1 к 5 вообще, я считаю, ну вообще такое. 38 к 9 у нас пока соотношение в нашу пользу. У нас ни одного дракона на 23 минуте. Я что-то думал, уже убили дракона. Интересно, я в соло заберу его. У меня же вампиризм есть. Давайте убьем. Ох, охренеть, я даже дракону дамажу. Пиздец просто. Скрита. 1127 урона. Скрита дракону, пиздец. Да я бы его, наверное, сам вынес, конечно. В чем проблема? Хотите прикол? Я почти ваншочу своим четвертым выстрелом этого Варуса. Эх, черт, плохой ульт от меня сейчас был. На нахуй. Чисто сейчас этого Рамуса добил с вэшки. Ну, вэшка у меня хорошо дамажит. У меня мина, кстати, наносит 760 урона примерно. Вообще мне нравится вот это. Да, нормально. Я помню, когда я, посмотрите, за Джина играл ролик, да, в прошлый раз. У меня где-то 1800 был крит. Но сейчас не такой. Сейчас намного меньше. Мне кажется, понерфили Джина. На нахуй. Вообще. Ох. Пиздец. Вообще легко, блядь. Я просто... Вы видели? Минус треть хп этим критом я наношу. У меня даже саппорт в ярости. Сона сейчас застилила у меня, ну ладно. Ох, ебать, что-то вообще 23-1, что-то вообще. Ну, в прошлый раз, конечно, больше убийств было, но... Тем не менее, тем не менее...